История со скандалом и дракой в детском саду получила продолжение. Женщина, которую обвиняют в неадекватном поведении, рассказала свою версию событий одному из областных интернет-изданий. По ее словам, она в данном случае жертва, и на нее напали первые. Правда, слова женщины противоречат видео, снятому во время конфликта. Сегодня мама ребенка, в адрес которого прозвучали оскорбления, написала заявление в полицию о клевете. Мы ее не избивали. Это она мне вырвала клок волос около садика. Есть видео, которое это подтверждает. Она утверждает другое. Она говорит, что я плохая мама, что я плохо одеваю ребенка. Я подала заявление на Зязеву Екатерину, которая оклеветала меня, написала лживые слова в мой адрес, в адрес моего мужа и моего ребенка. Я просто не могла сегодня не прийти и не написать заявление в полицию, потому что больше такого терпеть невозможно. Жить вот так вот, я уже устала. Я боюсь за жизнь и здоровье ребенка. Если она учит своего ребенка бить моего сына, ну, сколько это может продолжаться?